Следующий кризис на общем мировом рынке недвижимости выпадет на 2025 год. Об этом заявил исполнительный директор Британской ассоциации недвижимости НАРА Пол Бато в рамках своей презентации на открытии Европейского конгресса о Международной федерации участников рынка недвижимости. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс», в студии работает Александр Вейкер. У нас сегодня в гостях коммерческий директор «Капитал Групп» Алексей Белоусов. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. И заместитель руководителя аналитического центра Индикатора рынка недвижимости Сергей Жарков Здравствуйте, Сергей Добрый день Вы также, уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы нашим гостям Или высказайте свое мнение по сегодняшней теме Интересно, а вы можете себе позволить купить квартиру, например, в Москве или Подмосковье? И ждете ли вы кризис на рынке недвижимости в ближайшее время? Звоните по телефону 65 10 99 6, код города 495 Либо пишите на сайт finam.fm на страничку программы парадокс мы также проведем голосование нам интересно вот э, вы хотели бы улучшить свои жилищные условия если да то отправляйте на номер 5533 смс буквой а если вас устраивают жилищные условия то отправляйте на номер 5533 смс э, буквой Б. ну и в конце э, программы мы подведем итоги а, ну мне бы хотелось понять, вот пол бата сделал заявление в 2025 году: нас ждет новый а, кризис на рынке недвижимости. А вы с этим согласны или нет, прежде всего? Ну, вы знаете, да, Сергей. если позволите, я начну. Да. Я скептически очень отношусь к любым прогнозам, предсказаниям, провидицам и так далее, которые существуют на такой срок, как 12 лет. Просто потому, что это слишком долгий срок. Давайте перенесемся ровно на сто лет назад. 1913 год благословенный, результатами которого э, советское правительство всегда сравнивало свои достижения. И попробуем спрогнозировать вот эту экономическую благоприятную ситуацию 2013 -го года на 12 лет вперед. 25-й мы попадаем точно так же. И что? Да, кто мог это предвидеть? Ну, просто у нас с вами живые воспоминания о 73-м годе прошлого столетия, в 80 по-моему, 9-м, 93-м. То есть вот и это, эта, цикличность вот этих кризисов, она продолжается. То есть, в принципе, по большому счету, господин Батов, может быть, бы и, и, и прав. То есть он наверняка следует какой-то своей логике. К сожалению, я не знаком с доказательной базой ну, называли 73-89-е года да, в мире, что в мире э, были кризисы именно на рынке недвижимости. То есть это предсказать довольно-таки э, несложно. Алексей, вы с ним согласны или нет? Ну, вы знаете, э, рынок недвижимости, к сожалению, пытается похоронить завидно. Микрофон, микрофон. Э, слышно? Нет, вас не слышно, к сожалению. Оденьте вот этот микрофон, да. К сожалению, э, рынок недвижимости хоронят с завидной э, пунктуальностью, то есть, ну, скажем так, раз, два, три года mm -hmm. рассказывается о том, что завтра будет плохо. А реально все, что мы наблюдаем, это то, что э, на сегодняшний день э, недвижимость как э, была вчера, позавчера надежным моментом э, инвестирования инструментом, то есть э, так она и остается. Но доходность упала. Доходность. Э, инвесторы изменили свою линию поведения на рынке. Если вчера работали простые, понятные схемы, дешево купил, дорого продал. Я вот тут по случаю посчитал, э, какой рост цены дал первый там один из наших жилых проектов. Как раз он вот укладывается в 13 лет. Угу. То есть это в 2000 году был введен в эксплуатацию объект на 19. Э, там можно было купить квартиру в районе 800. 750 долларов за квадратный метр. Сегодняшняя рыночная цена, опять-таки, не беру там супер ремонт. Она 10-12 тысяч долларов за квадратный метр. Подожди, Если вы, даже так. вы посчитаете за 13 лет, угу. у вас доходность будет более 120% годовых. Ежегодно на протяжении 13 лет. Угу. вот Поэтому понятно, что таких историй уже на сегодняшний день на рынке нету. Э -э, инвесторы не имеют каких-либо надежных и доходных инструментов. На сегодняшний день э -э, немного утихает игра под названием Золото. Вот. И инвесторы уже понимают, что Дешево купить и дорого продать невозможно. Они обращают свое внимание на тот сегмент, который называется доходный, то есть доходное жилье. Инвестор покупает э -э, недвижимость на раннем этапе развития проекта, то есть на, стройки на, на, на уровне котлована, да, как говорят. А я вам скажу, вот мы когда приобретаем любой проект, э -э, мы его берем, если мы видим 30% доходность на проекте в целом. Свое mm. видение цены мы отражаем в шахматке. То есть условно говоря, чем выше квартиры, принципе, тем она дороже предлагается. Есть шаг, он может быть 50 долларов этаж, может быть 35 долларов этаж. Угу. Вот. В итоге вы на последнем этаже имеете некую конечную цену, на которую объект выйдет на этапе, когда он будет готов и построен. Угу. Вот. Инвестор, который заходит ранее на этапе котлована, котлованной цены, соответственно, имеет самые, ну, скажем так, выгодные приятные условия. выгодные условия. Вот. И в дальнейшем ему неинтересно сразу же сейчас продавать, потому что входные в новый проект не факт, что будут, условно говоря, также интересны. Он делает ремонт и сдает. На сегодняшний день... Сдает доход... или продает? Сдает. Сдает. На сегодняшний день московская недвижимость, ну скажем так, я беру среднюю ситуацию по больнице, я это понимаю, я думаю, что Сергей подтвердит. 100-метровая квартиры в городе Москве, я беру... Концепт именно э, текущих новостроек это не панельные дома, хотя там ситуация сказать, что принципиально сильно отменяя, э, меняется, меняется не могу. То есть если это дом с подземной парковкой, огороженная охраняемой территорией, вы 100 метров можете сдать. Где-то из расчета 100-110 тысяч рублей в месяц. Причем, повторюсь, это довольно средняя ситуация это по городу. Это трешка это, это 100-метровая трехкомнатная квартира. Но тут отдельный разговор о том, что довольно-таки сложно сдать трешку за такие деньги сейчас. Если повторюсь, у нас на рынке недвижимости к сожалению, очень много мифов. Угу. То есть, если вы возьмете общий объем жилого фонда города Москвы. Официальным данным он превышает цифру 225 по миллионов квадратных метров. Так вот, если вы посмотрите, что было построено за последние годы, я беру именно дома, в которых есть подземный гараж, то на сегодняшний день такого жилья в городе будет менее 10% процентов. Повторюсь, менее 10%. А это самое ликвидное жилье? Оно самое востребованное, потому что на сегодняшний день все знают, что такое дорога. Вы приехали к дому. На сегодняшний день я делал подсчет. На каждую квартиру в Москве приходится официально зарегистрированных, а на 68 метров приходится одна машина. Uh -huh. Это официально, которая поставлена на учет в городе. Соответственно, возьмите обычный дом: вы: ну, 4 подъезда, 12 этажей и 4 квартиры на этаже. То есть вы получите 12 на 4,50 и на 4, 200. Автопарк, собственный автопарк такого дома, причем это любой дом в городе Москве, составляет, исчисляется порядка 200 автомашин. И где-то нужно разместить. И не все на сегодняшний день люди, которые готовы платить вот 100 там, тысяч рублей за аренду квартиры. Не готовы платить за гараж? Они нет, они не готовы э ездить вокруг дома и, и искать место, uh -huh. где они могут оставить автомобиль. А если вы... Но гараж это... же продается отдельно, он же не в комплексе с квартирой продается. Да, он продается отдельно, но ситуация в чем? Почему не пошла идея народного гаража? Mm -hmm. Потому что как только вы вынуждены выйти на улицу и пройтись, неважно сколько это минута, две, сто метров, принципиально, что э, у вас в офисе подземный гараж, mm -hmm. то есть вы можете там, в, знаете, как в воронье судьбы, там у вас ботинки на тонкой подошве, вот, вот в этих пресловутых ботинках на тонкой подошве вы можете выйти из дома, спуститься в гараж, доехать на работу и подняться, вот за этот опцион люди готовы платить, uh -huh. вот. Понятно. Я напомню, что мы сегодня проводим голосование. Мы хотели бы понять, вы, уважаемые слушатели, готовы ли или хотели бы улучшить свои жилищные условия? Если да, то отправляйте на номер 5533 смс буква А. Если вас устраивают жилищные условия, вы ничего не хотите менять, то отправляйте на номер 5533 смс с буквой Б. Ну, по крайней мере, вот мы затронули тему гаражей, да? Если вы хотите жить в более комфортных условиях, готовы ли вы за это заплатить? Голосуйте. Либо э, пишите нам. Э, на сайт finam.fm или звоните 65 10 99 6 код города 495. Мы продолжим буквально после новостей. Следующий кризис на рынке недвижимости в мире наступит в 2025 году. Об этом говорят британцы, по крайней мере. Но мы не уверен, что так произойдет. По крайней мере, очень э, длительное время должно пройти. А, ну, и я напомню, что сегодня мы как раз о недвижимости в Москве и Подмосковье говорим с коммерческим директором Капитал-групп Алексеем Белоусовым и заместителем руководителя аналитического центра индикатора рынка недвижимости Сергеем. Жарковым. Вы также можете задать свой вопрос нашим гостям или высказаться по этой теме. Интересно, вы можете себе позволить купить квартиру, например, в Москве или Подмосковье? Может быть, вы собираетесь приобрести жилье или купили квартиру? Расскажите свою историю. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495. Либо пишите на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Мы также проводим сегодня голосование. Нам интересно, вы хотели бы улучшить свои жилищные условия? вот нынешний. Если да, то отправляйте на номер 5533 смс с буквой А. Если вас устраивают ваши жилищные условия, вы ничего не хотите менять, то отправляйте на номер 5533 смс с буквой Б. Мы затронули вопрос в первой части программы как раз по поводу удобства да, и транспортной зависимости москвичей в большей степени. Мы предпочитаем платить больше денег за некий комфорт. Но я так понимаю, что... Вот Сергей несколько не согласен, да, с этой трактовкой. Нет, с такой трактовкой, что люди готовы платить за комфорт, я абсолютно согласен. Я не со, вполне согласен с точки зрения того, что частные инвесторы реально сейчас будут вкладываться в, всерьез в новостройки, <coughs> объясню почему. Дело в том, что вот та зависимость, о которой говорил Алексей, с ростом каждого этажа от Котлована до последнего, вне всякого сомнения, она остается и она существует. Но когда в период. 2001, 2007 и первой половины 2008 даже годов, это сопутствовало еще и колоссальному общему подъему рынка, общему росту цен на рынке, тогда действительно все цены взлетали вверх ракетой, угу. собственно говоря, и эта доходность была безумно выгодной. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас, кроме роста вот этой прибавочной стоимости на стадии строительства, общего роста рынка нету. Да, даже наблюдаются периодически некоторые спады. Что же касается сдачи в аренду после построенной квартиры, то это дело тоже не сильно выгодное. На самом деле, если мы посчитаем, то общая доходность ежегодная будет не более где-то 4-5%. Это самый максимум. который Это нормальная европейская доходность? Выжить. Да, но это доходность в рублях, понимаете. А отнюдь не в евро и не в долларах. Для сравнения я могу сказать об очень интересном исследовании, которое буквально на днях было опубликовано по крупнейшим городам мира. Там сравнивалась стоимость жилья, mm -hmm. доходность, которую можно получить от сдачи в, в аренду этого жилья, за минусом доходности по государственным ценным бумагам этой страны. Угу. Потому что, ну, доходные ценные бумаги, да, это самое выгодное, то есть самое надежное вложение, понятно, не, не, не безрисковое, но... практически безрисковое, не всегда, конечно, но, тем не менее, если мы говорим о развитых странах, это угу. наиболее такой показатель uh, простой. Так вот, э, номером один в мире стал Токио, угу. город. Номер два — Нью-Йорк, а вот Париж с Лондоном, соответственно, заняли третье-четвертое места исключительно вот по такой доходности. Москва намного ниже, потому что вот эти 5,8, даже десятых процента, которые оценили э, э, эксперты компании, проводившие исследования, э, хотя это, на мой взгляд, завышенная цифра, она все равно ниже, чем 7,4%, которые можно получить по российским государственным uh -huh. облигациям. Вот оно, понимаете? Как. И понятно, что даже положив деньги просто на депозит, когда речь идет о таких суммах, можно разместить и под 9, и под 10, и даже под 11% годовых, но ну, эта доходность просто несопоставима. Поэтому для частного инвестора это достаточно невыгодное вложение, не говоря уже о том, что э, доход от э, государственных облигаций или там банковского депозита он, этот доход не сопряжен ни с какой головной болью. Он просто сам по себе вот приходит и все. А что такое сдать квартиру в аренду? Это нужно быть озабоченным ее состоянием, ее ремонтом. Ремонтом после каждого. С это работа с людьми, совершенно верно. Это задержка платежей. Это колоссальная главная боль. ЖКХ. ЖКХ. Затопили соседей. Совершенно верно. Поэтому говорить о том, что это перспективный сейчас путь для частного инвестора, наверное, нет. Но, я так понимаю, Алексей не согласен. Нет, этим, да? я не совсем согласен. Во-первых, как бы на сегодняшний день давайте определимся с инвестором. Инвестор это профессионал, это совсем другой человек, который был, условно говоря, на рынке. Там То есть вы называете инвестором не часто. 7-8 лет. Я поясню, что такое инвестор. Да. Инвестор на сегодняшний день это человек, который прекрасно разбирается в, в рынке новостроек. Он четко вам скажет, где интересно брать, где неинтересно. Первое, а второе инвестор это человек, который разбирается во вторичном рынке. Это отдельный рынок, и я согласен с Сергеем, то, что Сергей сказал. Рынок вторичный ведет себя абсолютно по другим законам, нежели э, рынок новостроек, который цена меняется в зависимости от стадии готов, готовности и ухода инвестиционного риска. Uh -huh. Инвестор на сегодняшний день это человек, который разбирается в ремонте. Узнает, как правильно и что нужно сделать в квартире, чтобы в последующем сдать. Это человек, который разбирается в налогообложении. Это тоже самый инвестор. Повторюсь, времена, когда Просто так, ты дешево купил, продал. Вышли мне доля таких инвесторов на рынке. Какова есть. Она? У нас, условно говоря, по нашим продажам на долю инвесторов приходится где-то до 30 процентов. Из них профессионалов я бы, наверное, отнес ну, где-то треть. То есть процентов 10 это люди профессионально а 70, занимаются. А, а, а 70-30 процентов это люди сразу покупают, которые для а, жилья. Для себя. И еще треть это люди, которые легко могут продать квартиру угу. и легко могут оставить ее себе. Так вот, возвращаясь к, по, к профессиональным инвесторам, по по крайней мере нашим проектам, а, в зависимости от проекта, доходность может быть до 7% арендно, приносить до 7% годовых в валюте. Угу. При этом, если говорить о конкретике, а, о конкретике, чего я бы вот всем пожелал сейчас, на рынке московском появился довольно своеобразный сегмент под названием апартаменты. То есть этот сегмент, в силу того, что про него уходит очень много мифов, и я не хочу сейчас uh -huh. э, уходить в детали, потому что это сюжет, поверьте, для отдельной даже ни одной встречи. Uh -huh. вот. Этот сегмент, в силу того, что его не совсем все правильно воспринимают, он сегодня рынком недооценен на 20-25%. Легко взять калькулятор, посчитать, а рядом два одинаковых дома, в одном квартира, в другом апартамент, все одинаково. Вот mm -hmm. за счет вот этих дисконтов 20-25 процентов вы можете взять ипотеку на три года 30 вкладываете вкладывайте собственные средства по 12 процентов годовых за три года Кто вы сейчас дает 12 сбербанк по 14 минимальный, э -э по до 12 процентов можно найти втб24 mm -hmm. сбербанк на сегодняшний день не самый оптимальный игрок с точки зрения цифр Но насчет ипотеки вообще отдельный разговор э -э так да. вот я просто скажу вы за три года вернете все деньги и у вас еще чуть-чуть останется на ремонт это конкретно про апартаменты. Но вы имеете в виду при вложении еще на стадии строительства? Это на стадии строительства. строительства Безусловно. Нужно, а, дождаться, пока достроится дом, при этом ипотеку уже нужно выплачивать. А, Опять-таки, вы можете, это все зависит от условий, где вы будете покупать рынок на сегодняшний день. Вам вот эту 20% разницу может, условно говоря, 25 компенсировать uh -huh. тем, что апартаменты вам будут предлагаться по той же цене, что квартира, но с ремонтом. Повторюсь, как доходный бизнес, как uh -huh. доходная история вам э, в последующем вы все берется и считается калькулятором вот но на сегодняшний день повторюсь какой-либо э, инструмент вот если кто-то вот сейчас сообщит куда можно вкладывать деньги угу. повторюсь мы говорим о ре реальных легальных инструментах мы не говорим про инструменты которые знаете вышел засеял и но, Сергей, насколько вот сейчас активно застраивается Москва? Насколько мне известно, все сворачивается. Стройки, новостройки, особенно жилья в Москве, ну, практически нет. Или он минимален, этот уровень, который был ранее. Поэтому говорить о доходности, может быть, стоит. Вне всякого сомнения. Конечно, жилье сейчас строится намного меньше, чем раньше. Это вполне понятно. Хотя общий объем строительства, он примерно сохраняется на прежнем уровне. Но в основном идет, э, так сказать, акцент на создание инфраструктуры. Э, здания, вокруг. Зданий вокруг, mm -hmm. совершенно верно. То, которую... То есть гаражи это только минимальная часть <laughs> того, что должно быть. Совершенно что еще? верно. Ну, существуют, тем не менее, проекты. Да, продолжают строиться офисные здания, продолжают. Строят торговые комплексы, mm -hmm. в общем-то, это тоже все входит в понятие социальной инфраструктуры. Но людям надо где-то работать, людям надо где-то покупать, да? тем более, что даже наш социально ориентированный бюджет страны он как раз направлен на рост потребления. И mm -hmm. Этот рост потребления он ну, У нас потребительское говоря, общество да, да. продолжается этот рост потребления. Но... По торговым площадям могу сказать, что, так сказать, в этом году ожидается чуть ли не рекордный ввод. Mm. Уже Москва перешагнула планку в семь миллионов квадратных метров торговых качественных торговых площадей. По обеспеченности на тысячу человек, это где-то примерно в этом году мы превысим 300 метров на тысячу человек качественных торговых площадей, что достаточно много, то есть по этому уже сравняемся где-то с Амстердаро, Амстердамом. Угу. Амстердамом ну, вот при, частности... при всем при том, что а, вы называете большие цифры, то есть большие объемы, а, я вижу в торговых центрах А свободные площади, сдаются в аренду, Пустые помещения и так далее. То есть, по большому счету, можем ли мы говорить о том, что кризис есть? А вы знаете, Он, почему не вы их ушел видите? этот кризис? Вы знаете, почему вы их видите? Почему? Потому что они как дыры зияющие, вот вам бросаются это в глаза. Но раньше такого не было. А сейчас это повсеместно. Было. А сейчас Фактически на кажд... у... в каждом Италии вакант... вакант... есть помещение Уровень, вакант... Уровень вакантных площадей в торговых центрах сейчас составляет не более примерно чем 3,5%. Mm -hmm. Это не... совершенно небольшой показатель. Более он того стабилен. Он Я стабилен, согласен. совершенно верно, он не растет. Здесь есть немножко другая. Мы чуть-чуть подменяем э понятие. Я бы говорил, на самом деле, не о кризисе, а об ликвидности того или иного проекта. Вот об этом мы с вами поговорим сразу же после э, новостей. Я напомню, что вы, уважаемые слушатели, можете позвонить по телефону 65 10 99 6, рассказать свою историю, либо отправить и пригласовать э, э, смс 5533. Возможен ли кризис на рынке недвижимости? По крайней мере, вот в мире говорят о том, что он наступит в 2025 году. А мы в России не ждем его, по крайней мере, ощущения такого нет. Об этом мы Сегодня и говорим и вообще о состоянии недвижимости в Москве и Московской области. У нас в гостях коммерческий директор Капитал-групп Алексей Белоусов и заместитель руководителя аналитического центра индикатора рынка недвижимости Сергей Жарков. А, ну, я также напомню, что вы, уважаемые слушатели, если вдруг собираетесь. Или уже купили жилье? Нам интересны ваши истории. С чем вы столкнулись? Что вас волнует? Звоните по телефону 65 10 99 6, код города 495. И можете проголосовать. Вот вы бы хотели улучшить свои жилищные условия? Если да, то отправляйте на номер 5533 смс буквой А. Если вас устраивают жилищные условия, ничего не хотите менять, то отправляйте на номер 5533 смс буквой Б. Даже пришли уже... Я смотрю некоторые сообщения нам на почту. Давайте я задам вам вопрос, нашего uh -huh. слушателя. Мнение ваших экспертов о тренде цен в ближайшие 1-2 года на капитальные гаражи в Московской области, например, в Щелковском районе. Предложение значительно превышает спрос. Цена на стандартный гараж 4 на 6 метра упала с 500, 550 тысяч рублей в 2011 году до 350-400 тысяч рублей в 2013. В какой сезон лучше и правильно продавать гараж? Ну, давайте, значит, по крайней мере, здесь бы я бы сказал следующее, что, скорее всего, есть ожидания продавца, есть ожидания, ну, скажем, возможности рынка. Угу. Повторюсь, именно та вот э, ситуация, которая изложена в вопросе, именно по этой причине не пошла программа под названием «Народный гараж» да, в Москве. Да, о чем мы говорили, да. Вот, мы об этом говорили. То есть для того, Слишком чтобы дорого. Продать... Да, то есть, скорее всего, до тех пор, пока ценообразование не придет в соответствии со, со спросом, спрос в любом случае он есть. Просто насколько собственника устраивают да. те цифры, которые покупатели готовы давать, за э, отдельно стоящий гараж, который как бы находится на улице. В, ми в Москве миллион рублей стоит гараж, да, насколько я знаю, гараж, э -э место, место парковочное? Я скажу так, что себестоимость строительства машиноместа, то есть любое место в подземном гараже, всегда 35 квадратных метров. Хотя сама парковка, ну, 3 на 5, У -у -у. в районе 14-15 квадратов. С учетом всех подъездных путей 35 квадратов. Если вы возьмете даже самую дешевую цену строительно-монтажных работ, 1300 долларов за квадрат, вы выйдете на себестоимость, значительно превышающую миллион рублей. Даже больше. Да. Соответственно, на сегодняшний день, повторюсь, э, а стоимость гаражей, ну, средняя по Москве, я бы сказал так, в подземных паркингах, я бы ориентировался где-то на цифру э, 50-60. Повторюсь, она чуть-чуть выше. 50-60 э, тысяч, тысяч долларов. долларов. Да, то есть она чуть-чуть выше полтора, получается. Миллион, полтора миллиона. Она чуть-чуть выше, выше, фактически, себестоимость. Опять-таки, есть элитные это объекты, где э, это самое платят уже на сегодняшний день люди, это некий опцион, без которого, скажем так, есть класс недвижимости, mm -hmm. я не беру эконом-класс, мне не нравится само это слово, эконом-класс, условно говоря, mm -hmm. типовое жилье, где гараж вообще некий, как бы, такой народный. Давайте послушаем Павла с его историей, он к нам дозвонился. Павел, здравствуйте. А, здравствуйте, уважаемые ведущие гости. Здравствуйте. Ну, у меня вот такая история по теме. Я недавно приобрел жилье в Новой Москве. Это таунхаус, называть, наверное, застройщика, да, не совсем это будет правильно. Угу. Но сдача, сдача будет происходить примерно в конце второго квартала 2014 года. Ну и хотел бы узнать с точки зрения инвестиционной привлекательности, насколько это интересное вложение. Но планирую там все-таки жить. А, то есть вы не будете сдавать? Нет, планирую именно жить там, да. То есть я понял. Понятно. Спасибо, Павел, за вопрос. Спасибо. А насколько привлекательна сейчас Новая Москва? Вот ну, человек вложился, да, он будет там жить. Ну, во-первых, я искренне за него рад, что он приобрел и будет как бы иметь квадратный метр, где будет жить. Угу. С точки зрения инвестиционной привлекательности районов Новой Москвы, какое-то время они будут инвестиционно привлекательны, но на сегодняшний день они все реализуются, к по одинаковой схеме. То есть, словно говоря, стоимость квадратного метра плюс-минус в районе там 3000 долларов за квадрат, то есть 100 тысяч. Uh -huh. А дальше есть то, что я называю наполнение концепта реализуемого. То есть это сюда может частично войти, не войти отделка, те же самые парковки, либо чуть-чуть это я будет заметил, в последнее время отделка входит в практически во все объекты. Ну, это как некая... Вот да, это да. то, что я вам озвучил, ликвидность. Mm -hmm. То есть на сегодняшний день вообще на рынке мы перешли в ту стадию, когда идет начальная стадия бит... битвы концептов. Просто продать квадратный метр становится все слож... сложнее и сложнее. Покупатель на сегодняшний день хочет иметь не только парковку, он не только хочет иметь приватную территорию, он хочет, чтобы на территории комплекса была вся социальная инфраструктура шаговой доступности, которая включает в себя мини-маркеты, салон красоты, детские дошкольные учреждения. Если у вас масштаб большой, это будет школа. И это все на самом деле приводит к тому, что если вчера мы говорили про себестоимость строительно-монтажных работ, на метре общей площади где-то в районе 1300-1500. При этом эта цифра не сильно меняется. Москва, Подмосковье, потому что железобетон стоит Примерно везде одинаково. Uh -huh. вот. Так вот, если вы вынуждены строить внутри э, своего проекта инфраструктуру, дороги, те же самые школы, детские сады, стоимость, себестоимость общего квадратного метра увеличивается до э, 2300-2500. Повторюсь, себестоимость. То, что на сегодняшний день в Подмосковье, в, в Новой Москве, извините, предлагается в районе 3000, это старые проекты, которые еще вчера имели московскую, подмосковную составляющую. То есть они будут еще дороже. Новые проекты будут появляться Новые с другими ценами. Новые проекты, которые в новой Москве будут выходить, они вынуждены будут э, ориентироваться на ситуацию в Москве. Потому что, повторюсь, э, вопрос, кто будет строить инфраструктуру. Угу. Ну, здесь есть еще один момент. Дело все в том, что именно поскольку в новой Москве инфраструктура осталась пока что вполне себе подмосковная, и с тем, что присоединили эти новые территории, инфраструктура не появилась по мановению руки. Не, не появились ни дороги, ни детские сады, и все это зависит процесс займет очень долгое время, на самом деле, дай бог, чтобы внуки и правнуки наши увидели, на мой взгляд. Это все колоссально долго будет длиться, поэтому здесь, скорее всего, надо рассматривать рынок Новой Москвы не как некий общий такой вот рынок, да, а как набор отдельных локальных рынков, точно таких же, как в другом Подмосковье, как в Московской области. Потому что вы прекрасно понимаете, что если мы даже говорим об общей Vielen zum... рынки московского региона, то есть Москва и Московская область в целом. Мы, конечно, берем какие-то ориентиры, но тем не менее ситуация, скажем, с жильем в Химках, Долгопрудном и Балашихе, она кардинально различается. И эти локальные рынки, они никак не пересекаются между собой, угу. и у них разные покупатели, у них разные, так сказать, возможности у этих рынков. Точно так же и в большой Москве будет происходить, то есть Каждый проект, очень правильно Алексей сказал, он должен быть ликвиден. Для этого он должен быть концептуален. Для этого он должен быть насыщен инфраструктурой. Алексей, ну скажите, Павел правильно сделал, что вложил деньги? Да. Какая у него будет доходность? Ну, хотя мне, бы там мне тяжел, через пять Не тяжело 10. об этом Но говорить, если во втором квартале только 14 го года будет сдан объект, он туда вопрос. Будет вопрос, почему он приобрел? Mm -hmm. Это Почем? И, и, самое, и самое главное, каково было наполнение. Опять-таки, вы правильно сказали, и Сергей подтвердил, что на сегодняшний день есть определенные тенденции на рынке, когда вам продают не просто, там, скажем, тоунхаус, uh -huh. уже с полной или частичной отделкой. Uh -huh. А это те нюансы, очень легко говорить. Мы на больших объемах, да, мы можем говорить о том, что затраты у нас будут, там, 300-500 долларов на квадратном метре. Но uh -huh. это ты делаешь колоссальные объемы. Когда ты сам делаешь э, отделку, Выступаешь как физическое лицо. У тебя реальные затраты на более-менее качественный ремонт, и последующий этот самый, но я думаю, что сумма будет близка к 1000 долларов на квадратном метре. Mm -hmm. То есть это значительно вот а на мой взгляд павел сделал абсолютно правильное решение принял по одной простой причине мы придерживаемся вот в аналитическом центре такой философии что он задавал вопрос да когда вот то есть или кто-то еще задавал вопрос когда нужно покупать там гараж или квартиру да, да, да. А, на самом деле квартиру нужно покупать тогда когда ты нуждаешься в улучшении жилищных условий и не обращать особое внимание на состояние, Стояние. текущее состояние рынка. По одной простой причине. Очень редко сейчас можно встретиться с ситуацией, когда жилье э, покупают за просто живые деньги. Uh -huh. да? Обычно это все-таки улучшение жилищных условий, то есть какое-то старое жилье продается, это дает э, первоначальный капитал для приобретения нового жилья, какие-то доплаты и так далее. Uh -huh. То есть это цепочки. И поэтому в любом случае у тебя, если конъюнктура выросла на то жилье, которое ты хочешь приобрести, скорее всего у тебя цены выросли на то жилье, которое у тебя есть чуть подороже и продаж. У тебя разница останется примерно та же самая, которую нужно доплатить. Полностью согласен с Сергеем, потому что в противном, помните, как в знаменитом фильме, есть желание купить дом, но нет возможности. Вот чтобы не было вот этой ситуации. Поэтому еще раз я вот, я так понимаю, мы едины во мнении, мы поздравляем. Давайте с, поговорим с Виктором Васильевичем, который только что к нам дозвонился. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, да. вот вопрос очень конкретный. В Новой Москве угу. что выгоднее покупать для инвестиционной цели вот на стадии строительства танхаус, блок или квартиру ну в пределах там 5-6 миллионов. Какой да. больше эффект будет впоследствии, чтобы ее потом продать? Спасибо, Виктор Васильевич. Вы знаете, ну вот эту тему Анси уже затрагивал на самом деле. Если вы задаете вот такой вопрос в эфире, это означает, что вряд ли вы относитесь к группе профессиональных инвесторов, которые полностью владеют конъюнктурой. В этом плане. То есть вы относитесь к группе я, большинства. Я да, так понимаю. Я бы не рекомендовал самостоятельно принимать решения, а консультироваться со специалистами, со риэлторами. Риэлторы всегда будут вам инвестиционными... продавать то, что. Чем ин... они занимаются? Хорошо, есть инвестиционные Дорог консультанты. Народ говорит, будете впаривать? Есть инвестиционные ну, а консультанты, которые кому, кому, профессионально предлагают... Кому, кому идти студию. конкретно? Скажите, mm. кому? Риэлтор, понятно, у него свой интерес. Кто может подсказать Знаете, и точно проанализировать? Реектор будет предлагать, естественно, те объекты, которые вот, у него есть в наличии вот, да, в, первую свои. Очередь, в первую очередь. Конечно. Но суще... если речь идет, конечно, о 5-6 миллионах рублей, но за это можно купить только очень недорогую недвижимость, как вы прекрасно понимаете, да, даже в ближайшем Подмосковье. И, конечно, всерьез ее рассматривать не будут, там, такие консультационные крупные Слушай, ну, компании, человека, как на заработал 5-6 или... миллионов для них. Это сумасшедшие деньги. Ну, Но смо... он хочет их инвестировать и получить какую-то прибыль. Я очень бы простой, посоветовал, про простой я уже вопрос. на самом деле это озвучил. Я бы на самом деле посоветовал посмотреть рынок не новой Москвы, а рынок старой Москвы. Повторюсь, на нем сейчас появляется достаточное количество предложений именно апартаментов, которые на сегодняшний день, повторюсь, они реально по стоимости недооценены. Mm -hmm. Вот. И он за эту сумму денег может приобрести очень интересную доходную историю. Mm -hmm. Вот. И то, что вот Сергей тоже сказал, повторюсь, если он хочет профессионально, это нужно э, в первую очередь начинать с, с, с этого самого с изучения бренда. То есть на сегодняшний день мы наконец находимся на том бренда чего строительной бренда компании, строительной компании. Mm -hmm. чтобы не было нюанса. Знаете, когда вот я встречаюсь там с клиентами, они мне рассказывают, что они живут в доме в новостройке, где э, лифт доходит до какого-то этажа, потом они выходят еще один этаж, поднимаются пешком. Uh -huh. Может, что лифт клинит. Вот чтобы этого не было, вы должны быть уверены, что застройщик, который строит, он разбирается в том, что он делает. Uh -huh. И чтобы вам объяснили, что, почему здесь используется такое решение, чтобы это было не какая-то сложная выстроенная, самая, а легко понятная идея, схема. 65 10 99 6, код города 495. Звоните, сегодня мы говорим о недвижимости. Возможно ли кризис? Но, судя по тому, как мы говорим, кризиса вообще никакого не будет. Мы продолжим. Нам предрекают в 2025 году новый кризис на рынке недвижимости. Так ли это, мы вот и пытаемся понять. Но судя по разговору, который сегодня складывается с нашими гостями, я могу сказать, что никакого кризиса не будет. По крайней мере, в ближайшие годы. Есть спрос, есть предложение. Спрос, как бы мы ни говорили о том, что денег не хватает, мы боимся какого-то кризиса. Люди хотят и улучшить свои жилищные условия, и купить новую квартиру. Именно потому, что у нас не хватает жилых площади до да, насколько я понимаю я хочу напомнить нашим слушателям что сегодня мы беседуем с коммерческим директором капитал групп алексеем Белоусовым и заместителем э, руководителя аналитического центра индикатора рынка недвижимости сергеем жарковым вы уважаемые слушатели можете позвонить по телефону 65 10 99 6 код города 495 рассказать нам свою историю либо задать вопрос нашим гостям по э, рынку недвижимости в москве и московской области также вы можете проголосовать например вы хотите улучшить свои жилищные условия или нет Если... Если хотите, то отправляйте на номер 5533 смс с буквой А. Если вас устраивают жилищные условия, то отправляйте на номер 5533 смс с буквой Б. А, но мы очень много и часто говорим о том, что м, вот, рынок апартаментов, да. как вы да сказали, Алексей, он недооценен. Во-первых, нужно понять, что такое апартаменты сегодня в Москве. Да, давайте расскажу. Да, коротко. Если а, можно. Значит, апартамент по сути это на сегодняшний день нежилое помещение, гостиничным функционалом. Что такое гостиница? Сразу же буду отсеивать мифы. Первый миф довольно большой, что в апартаменте на апартамент нельзя оформить собственность. Оформляется точно так же, как на любую недвижимость. Угу. Второй миф: что нельзя прописаться можно, вернее, правильно говорить нельзя зарегистрироваться в апартаменты, как в любой гостинице, можно сделать временную регистрацию до 5 лет а с ее про пролонгацией. А кому это интересно? А вы знаете с точки зрения сдачи в аренду то, что мы начинали? Вопрос регистрации вообще не стоит угу. изначально. Вот для тех, кого это важно, временная регистрация никаких принципиальных понижений в правах не дает. А есть еще одна как бы нюанс, действительно, э, кому, не коммунальные платежи, да, коммуналка именно, не эксплуатационная коммуналка на 25% дороже, нежели как бы в квартире, если просто возьмете тариф. Давайте поймем, что такое 25%. Э, если мы возьмем 100-метровую квартиру в доме новостройки, то есть я имею в виду, то есть это будет э, электричество, ну, ну со понятно, всеми, да. вот, то нагрузка коммунальная составляет где-то в районе 4000 тысяч рублей в месяц. Соответственно, когда мы говорим про 25%, мы с вами говорим про дополнительную тысячу рублей на 100-метровой квартире. Uh -huh. Если метраж он меньше, то, соответственно, как бы меньше нагрузка. Плюс вы чуть-чуть больше будете платить а, налоги с точки зрения а, как собственник, uh -huh. нежели... Но, ну, опять-таки, ничего принципиально другого, отличий нету. Давайте послушаем Игоря, который к нам дозвонился. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Да, у вас вопрос? У меня вопрос, опять, опять же, немножко по Новой Москве следующего характера. Вот сейчас очень много везде говорят, новая Москва, покупайте и так далее. Не будет ли в конце концов так, что сейчас это распродадут жилье, а развитие этот район не получит? Меня интересует, конечно, коммунарка, потому что я там в принципе уже вложился угу. на стадии строительства в квартиру двухкомнатную. Вот как бы немножко переживаю. Вас интересует что инфраструктура, это, да? Да. Развитие инфраструктуры, то есть перспективы, реально будет развиваться, как Москва? Или uh -huh. это также останется, скажем так, под Москвой, а называться будет Москвой? Спасибо, Игорь. 65 10 99 6, код города 495. Звоните либо пишите на сайт finam.fm. Что мы ответим Игорю? Ну, по Новой Москве я могу сказать э, только то, что э, развиваться все это будет очень, еще раз, не скоро, подчеркиваю. Давайте посмотрим правде в глаза. Э, не существует для Большой Москвы еще ни градплана, ни генплана, и эти документы, основополагающие, должны быть готовы только к концу следующего года. А... В каком виде они будут приняты, да, от этого уже и будет зависеть, как будет развиваться дальше инфраструктура и все остальное в Новой Москве. То есть потенциальному инвестору лучше потенциальному инвестору, да? Я думаю, что как минимум э, град плана и генплана лучше бы дождаться, угу. и их посмотреть просто на бумаге хотя бы, как это будет выглядеть. Конечно, это тоже абсолютно не гарантия. Давайте смотреть правде в глаза. С, э, по-моему, 50-х годов прошлого века в Москве существовало довольно большое количество Генеральных планов, и ни один из них до конца не был выполнен. Еще Андрей дозвонился. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Да, Хорошо поделиться к своей истории. Да, если история, можно. если можно, коротко, да. Uh, У меня родился ребенок, и возникла необходимость, и вот и улучшить свою жизнь. стоит, как раз вот и тема вашего эфира, я так понимаю. Да, да. Поэтому да. продал свою трехкомнатную квартиру за 21 миллион рублей, положил деньги в банк на... На период поиск новой квартиры четырехкомнатной. Uh -huh. И вот этих денег э, ровно хватает на съем улучшенного жилья четырехкомнатной квартиры и нянечки для маленького ребенка. То есть вы, вы как бы а, зарабатываете? А мандраж... этими деньгами? Да, насколько Не зарабатываю. Вот зарабатываю ровно сок, чтобы потратить на, на четырехкомнатную квартиру и, и нянечку. Ну, uh -huh. зарабатываю. Вот, а да. можно вопрос? Вклад, если я правильно понимаю, у вас депозит рублевый. Депозит рублевый, вот и весь мандраж, вот есть в этих рублях. Есть, я, хочется... я вас понимаю, вы получаете а, его... кризиса, да, чтобы купить квартиру за 30 миллионов, который, сейчас стоит 40. Или mm -hmm. будут оставаться на no, рублях... Смотрите, подменяют. что вам могу посоветовать сходу? Первое. Имейте в виду, что, как бы ни говорили, рынок новостроек, он все-таки, невзирая на то, что цены рублевые, при существенных изменениях колебания курса, корректировка происходит неизбежно. Потому что есть Расходные материалы, то же самое железо, которое свободно торгуется на рынке. И тот же самый Китай и были прецеденты, когда э, резко взлетала цена на металл из-за того, что весь металл забирал Китай. Mm -hmm. Он вот. на процентов не растет uh, в... uh, вы знаете, uh, это все до какого-то момента. То есть на сегодняшний день, повторюсь, то uh, есть Андрей в... находится на пороховой бочке на самом деле. Я бы задумался. Я, все, что я, все, что я, я разделяю ваши эти самые, надеюсь, что у вас все будет хорошо, но еще раз посмотрите, то есть за последний год а, курс доллара по отношению к рублю, он вырос на, это самое, но на те же самые 10%. Но тут же он и похудел потом. Колебания, отметка была в, раньше 29 год назад, сейчас 32%. 32, 33 То есть, Андрей, не рискуйте, подумайте, времени на самом деле. Так срочно покупать жилье. Ну, я так не говорил. Я, по крайней мере, посмотрел, в чем. Я же на объекте смотрю, знаете, например, например, тоже страгено. То, что стоило в том году 33 миллиона рублей, вот четырехкомнатная, она и стоит сейчас 33 500. То есть изменение. Потом это предложение, люди хотят продать. Это же, ну, можно еще А вы сейчас, если я правильно понимаю, говорите про вторичку. Вторичку, но. Да. Ну, Даже да. Но это, опять-таки, это вопрос, как, в чем фиксирует свою да. прибыль э, инвестор. Ну, э, вы, я так понимаю, продали именно в этом году квартиру в Москве. В этом продал, да. Но это в вам продал, повезло, и... потому что, насколько мне известно, рынок сейчас просто лежит, то есть не идут ну, продажи по большому может счету. Быть. Ну, продал да. дешевле, чем хотел, но, тем не менее, продал. И, но... так, что... Может быть, вы и правильно сделали. Задумайтесь о том, куда вложить теперь. Вот эксперты вам посоветовали, что делать. Спасибо, Андрей. Спасибо. 65-10-19-6, код города 495, либо пишите на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Появился новый тренд, о котором мы с вами говорили до программы, но не озвучили еще в эфире и не сказали нашим слушателям. Тренд строительства уже многофункциональных микрорайонов. Да, то есть... Уже нет еще... точной, как таковой, точной да. застройки. Да, если вчера город развивался в основном именно по пути точной застройки, я всегда говорил, никакой конкуренции на рынке не было. Угу. Потому что точки между собой находились, как правило, на таком удалении. И вот, повторюсь, правильно было сказано, что люди покупали с точки зрения все-таки географии. То есть человек, там, скажем, если у него интересы находились с долгопродом, он искал недвижимость близко к этому самому, к долгопродному. В чем меня напрягает ситуация в Новой Москве? На сегодняшний день там покупают э, люди э, с калькулятором. То есть они покупают, как я говорю, две вещи держат в руках: калькулятор считает, и второе рекламную брошюру. Смотрят, что там написано, что в этом, какая сказка будет построена. Угу. Вот. Пугает очень высокая доля ипотечных контрактов. В, в этих регионах, в Новой Москве, но ну, не знаю, совпадем мы с цифрами с Сергеем или нет, на долю ипотечных контрактов приходится более 50%. Это очень много. Вот. Это, это очень правда. много. Это это, говорит... рискованно. это Это к вопросу о том. Когда чего следует ожидать? Еще раз повторюсь, э, я надеюсь, что у всех все будет хорошо. Но пузырь этот может лопнуть. Вот. Совершенно и... верно, этот пузырь действительно может лопнуть, хотя в принципе, конечно, и мало шансов, что он настолько вот прямо у нас надуется. В конце концов не так уж много. Но когда человек покупает именно по ипотеке в инвестиционных целях одну, вторую третью квартиры, и все в ипотеку, вот это уже становится страшно, потому что в какой-то момент э, эта квартира вдруг становится неликвидной, ее невозможно продать, и тогда вот э, этот снежный ком, собственно говоря, может и рухнуть. Точно так же, как э, этот пузырь лопнул в Соединенных Штатах угу. Америки, угу. собственно говоря, с чего все и началось, да. понимаете, да. именно с ипотечного кризиса. Есть еще один такой, <как> да, вы хотели что-то добавить? Я просто не знаю, насколько хотелось бы, чтобы был сухой осадок, хотя бы кому-то это может быть мы сделали хорошее ну, да, дело да. у меня предложение человеку которого вот на Андрей. позвонил нет про 5-6 миллионов угу. он может набрать телефон компании достаточно сказать контрольное слово финам фм угу. и я постараюсь по крайней мере сделать ему предложение Понятно. Есть еще один такой сегмент, у нас буквально две минуты до конца. Это загородная недвижимость. Она вообще стоит особняком, и, насколько мне известно, там падение до 20%, по, по крайней мере, по продажам. Так ли это на самом деле? То есть рынок лежит. Опять-таки, проблема ликвидности, хороших предложений крайне мало. И это связано с тем, что серьезный девелопмент пришел в Подмосковье значительно позднее, частных инвесторов, девелоперов, которые угу. просто покупали дешевую землю и строились, и строились независимо продажу, от того, что строили, как строили, как будет развиваться структура. Что да. будет интересно? Но падение да, вы ощущаете, верно. вы фиксируете падение цен? Я бы не сказал там о падении цен, на самом деле скорее речь идет о, о том, что э, нет ликвидности, совершенно верно. И люди уже даже девелоперы, которые называют себя девелоперами, они даже ничего не строят, они максимум нарезают участки, там максимум подводят в лучшем случае дороги какие-то и все, и продают участки без подряда. Понимаете, это особый сегмент, о нем э, долго можно говорить. Uh -huh. Я бы хотел вот на буквально секунду вернуться к теме апартаментов задать один вопрос. А вот как будет чувствовать себя покупатель апартаментов, который, правильно совершенно было сказано, который купил его как гостиничный номер, uh -huh. когда к нему придет года через два сориентировавшаяся налоговая инспекция и скажет, а вы владеете, собственно, коммерческим объектом, uh -huh. почему вы до сих пор не зарегистрированы как частный предприниматель, а доходность средняя от такого гостиничного номера вот такая-то. И вот вам, пожалуйста, вмененный доход за три года. Но Алексей. Я, на самом, я на самом деле подчеркнул, что профессиональный инвестор ⁇ это человек, который разбирается в налогообложении. Все, То что, он советую, будет зарегистрирован все сразу. что советую. Спать, Покупил, купил купил платить, апартаменты, платить, да, налоги. и зарегистрировался как ИП, да. А если вы в Белый будете официально получать э, доход и платить с него 13%, просто есть схемы, которые оптимизируют в случае регистрации у вас на отчисления по, по налогам значительно падают. Вот. Ну, понятно. То есть, если рассматривать этот вариант, нужно заниматься бизнесом, я понимаю. Да, И так придется платить 13%. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Это была программа «Парадокс». Мы встретимся с вами завтра.